Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». Микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. «Вятавтодор» получит 850 миллионов из бюджета. Областная компания выиграла два конкурса по определению заказчика на ремонт дорог в нескольких районах. За 28 километров дорог в Зуевском, Фаленском, Белохолуницком, Верхнекамском, Доровском и Кикнурском районах «Вятавтодор» получит 474 миллиона рублей. Изначальная цена контракта составляла 488 миллионов. Соперников было двое, строительное управление 43, оно предложило 317 миллионов, Гордурмострой 479. Второй лот – это ремонт 24 километров в Советском, Нолинском, Вятскополянском, Кельмесском и Немском районах. Он тоже достался «Вятавтодору». На торги заявлялось также три компании – Гордурмострой и строительное управление 43. Они предложили 474, 356 миллионов, соответственно, при начальной цене 474. «Вятавтодор» взялся выполнить работы за 380. Программа «Экономика». Вот жилья вырос в Кировской области на 10%, несмотря на ковидные ограничения и рост цен на строительные материалы. Это данные регионального Минстроя по итогам 2021 года. Введено 509 тысяч квадратных метров жилья. Это на 10% больше, чем в 2020. Кроме того, ввод жилья превысил планы, и чиновники рассчитывали на 504 тысячи квадратных метров. Примерно половина площадей в Кировской области приходится на многоквартирные дома. Рост на 1,7% к предыдущему году. Объем индивидуальных жилых домов увеличился на 22%. Экономика на 101 FM. Ипотеки на 37,5 миллиардов рублей взяли кировчане в 2021 году. Это на 5 миллиардов больше, чем в 2020. Таковы данные Министерства строительства Кировской области. Количество выданных кредитов на жилье тоже увеличилось с 18,5 тысяч до почти 19,5 тысяч. И сумма, которая нужна жителям региона, чтобы купить квартиру, выросла. Если в 2020 году размер одного ипотечного кредита в среднем составлял 1 миллион 700 тысяч рублей, то теперь он приблизился почти к 2 миллионам. Экономика. В завершение курсов валют на сегодня официальный доллар 76 рублей 5 копеек. Евро стоит 87,12. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.